Сейчас идет на 11 месте Нельсон Пике-младший, 12-й Николя Прост, 13-й, 14-й Карон Чанхок, 15-й Симона де Сильвестра. И здесь первая авария, разбивает машину третий раз в течение сегодняшнего дня Сакан Ямамото. Пытался он прорваться, и что же? Вновь разбита машина для Сакана. 7 кругов остается позади. Желтые флаги появляются. Видим напряжение на лицах в боксах команды Амлина Гури. Приветствуют его болельщики. Очень много любителей автоспорта собралось здесь на трибунах во время двух финальных этапов первого в истории чемпионата Формулы Е сезона 2014-2015 года. Смотрим еще раз. Ямамото атаковал Алекса Фонтано. Торможение. И мы видим, что Ямамото здесь перестарался, не рассчитал. Налетел на заднее колесо, в итоге снес Алексу Фонтане задний бампер и разбил себе вначале переднюю подвеску, затем заднюю. А Оливер Тёрви сейчас использует фанбуст.